Глеб, вчера была на спектакле. Это было ужасно. Алена, каждому свое, ведь правду говорят, что женщина либо любит, либо ненавидит, и третьего не дано. Вы смотрите женский журнал XXL Woman TV. И сегодня с вами Алена Ланская и Глеб Давыдов. Мы начинаем. И сегодня в программе, друзья, вы увидите. Секреты заработка блогеров. Я заключил партнерскую программу, ставит рекламу на мои видеозаписи, ну, я за счет этого получаю как бы денежное вознаграждение. Необычные благотворительные акции. Получилось созвездие красивых, талантливых белорусских девушек, которые будут в кадре играть вместе с бездомными котятами. Семья певца дяди Вани. До свидания, мама! Глеб Матвейчук о своих белорусских корнях. Базу музыкальную я получил вот в этих стенах. Потому что когда я приехал в Московскую консерваторию, я вот 5 лет на том материале, который, в общем-то, я получил вот здесь, я и как-то просуществовал. Официальный партнер программы «Белакт». Дорогие друзья, гость нашей сегодняшней программы – народный артист Беларуси Николай Скориков. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Николай Скориков родился в городе Гомеле в Беларуси. В 4-летнем возрасте отец научил его играть на гармошке. Получил блестящее музыкальное образование. Обладатель прекрасного бас-баритона, полного диапазона, красивого бархатного тембра. Готовил себя к карьере оперного певца. Но после срочной службы в ансамбле «Песни и пляски» серьезно увлекся исполнением советской песни. В 2006 году указом президента Николаю Скорикову было присвоено почетное звание «Народный артист Беларуси». Николай, вы действительно очень здорово выглядите. Спасибо. Спортом много занимаетесь? И каким? Конкретно сейчас я не хожу ни в спортзал, просто поддерживаю свою физическую форму гимнастикой. Люблю плавать, очень люблю велосипед. Вы говорите о том, что занимаетесь плаванием, велосипедом. Вот хорошо, а зимой, когда нет велосипеда, то есть как себя нужно... Вот, я поддерживать просто... форму. Да. Зима – это охота. Вот как. Да, это у нас есть такое чисто мужское занятие, у меня с друзьями хобби. Угу. Ну, я не знаю, может быть, некоторые не разделяют такого хобби, но охота это же не ради добычи зверя. Кстати говоря, на что охотитесь, на кого охотитесь? Ну, то, что по сезонам, то, что угу. можно. И лиса, и заяц, и олень, если позволяет состояние кошелька. В настоящий момент охота – это дорогое удовольствие, но это очень интересно, потому что это определенный имидж мужчины, то есть это экипировка, это оружие уже. Не жалко ли убивать животных? Что значит, я сказал не убивать, а добывать? Тут есть две разные вещи. Есть разные вещи. Мне человек... как блондинки – это одно и то же. Нет. Есть коллективы, вот я несколько раз попадал, когда мужчины приезжают с женами, и жены охотятся на уток и на другого зверя, совершенно mm-hmm. нормально. Алена, вы любите мясо? Вообще такой вопрос задаю. Ну я вынуждена его кушать. Вот, я думаю, что в этой полосе мы все вынуждены мясо кушать. Но я не иду специально убивать. Ну, если бы вы видели, в таком случае уже опять это... Видеть саму смерть, это нет, же... Нет, если бы вы видели, как добывается мясо на мясокомбинатах, мы не будем эту тему развивать, но если вы увидели, вы никогда бы в жизни не ели мясо. Речь о других хобби пойдет у нас далее. Сейчас благотворительностью занимается практически каждый человек. А тех же, кто к этому делу подходит с оригинальностью и креативом, в нашем сюжете. Семь лет назад в свой дом Юлия Быкова взяла бездомного котенка. С того момента Дуся стала для певицы вторым ребенком. Как-то шла просто по улице из магазина и слышу такой, какой-то такой вот прямо душераздирающий прямо писк. Я обычно котов там подкармливаю как-то там. Но вот мимо вот этого вот существа, которое было раз в 10 меньше, это был котеночек, ей, наверное, ну недели две, может, было. Глазки открылись, уже такие были голубые-голубые. И оно вот это вот маленькое такое рыжее. Сейчас кошка не просто член семьи, она еще и главная муза Юлии. Благодаря ей группа решила снять клип про Тули-живелу о проблеме бездомных животных. Вообще очень давно нас связывают благотворительные, скажем так, отношения с зоозащитными организациями, такими как Эгида, приюты частные для животных бездомных. Вот. Поэтому мы решили, что, может быть, есть смысл совместить как-то рассказ
а вот этой вот бывшей беспризорной женщине. Вот. И других кошечках, собачках. В съемках ролика были задействованы такие известные женщины, как Люция Лущик, Виктория Олешко, Мария Грицук и многие другие. При этом компанию им составили реальные беспризорные животные из разных организаций. И у нас получилось такое созвездие красивых, талантливых белорусских девушек, женщин, которые будут в кадре играть вместе с бездомными котятами, которых можно будет потом посмотреть и таких вот всех пригламуренных взять в организациях, которые занимаются приютом и уходом за домашними бездомными животными. Я думаю, что это надо иметь огромное сердце, невероятное чувство ответственности и желание помочь. А вот наши следующие герои, несмотря на свой брутальный вид, также решили помогать животным. Наверное, решили просто при помощи того, что это сейчас на какой-то там волне, скажем так, тренде, вот, сделать просто хорошее дело. Ну, на самом деле, так проще. Вот. И поэтому решили, что почему бы нет, животные как бы в нашей стране на самом деле находятся в очень плохом положении. Акция проходила 28 февраля. Всю прибыль от татуировок за тот день мастера отправили в приюты для животных. Наша акция, она концентрированная была сделана в этот день, а так у нас постоянно стоит коробочка, в которую можно прийти и бросить какую-то денежку, потому что на самом деле мы как бы не сделали это просто разово и все. То есть мы продолжаем, скажем так, какой-то уже более пассивный сбор денег для приютов. Сейчас мастера тату готовят новую благотворительную акцию, однако она уже будет направлена на людей, находящихся в местах лишения свободы. Литературу, книги отправить в места лишения свободы для людей, которые находятся в заключении, потому что на самом деле мы считаем, что очень важна пища духовная, особенно там, где у людей существует какая-то изоляция от общества. А вот для одиноких девушек уже 2 года существует благотворительный проект «Старший брат». Мы существуем уже более 2 лет, у нас есть группа ВКонтакте своя, и она уже насчитывает более 1500 подписчиков. Мы помогаем девушкам, дамам, прекрасным дамам в их нелегкой, сложной такой повседневной жизни. То есть девушки нам пишут помочь с сумками донести с магазина, помочь с переездом, да банально переустановить Windows. За историю своего существования проект помог более 1000 девушкам. Однако без курьезов в такой работе никуда. Позвонила девушка, попросила перевезти вещи. То есть у нее уже была машина заказана, нужно было их спустить с 3-го этажа. И мы приезжаем. А там, оказывается, бабушка. А не девушка. Мы были удивлены, но, естественно, мы помогли, спустили все вещи, потом еще и подняли их. От своей работы денег парни не получают. Зато их хобби дает им заряд положительных эмоций и энергии. Ну и что-то такая грустная. Ну что-то настроения нет. Хочешь, я тебе его подниму? Ну давай. Помните, что делать добрые дела нужно всегда, и не важно, в какой форме это будет. Николай, вы являетесь, насколько я понимаю, самым молодым народным артистом нашей страны. До сегодняшнего дня, да. Пока что вы почувствовали, когда получили звание? Гордость. Ощущения потолка не было вообще? Вот. В какой-то степени да, потому что я понимаю, что герой это Беларусь, я не получу, мне не за что его давать. Поэтому звание народного артиста, это, во-первых, как бы оценка моего труда главой государства. И, ну, действительно, каждый человек, особенно артист, работающий на сцене, он стремится к этой цели. То есть получаешь, чтобы сначала звание там заслуженного артиста, потом вот народный артист, это вот тоже действительно потолок. Ну и потом это огромная ответственность для меня. Была и есть. Несколько слов, об этом уже, конечно, много писали. Хотелось бы от вас услышать по поводу вашей работы в Америке. 92-й где-то год, по-моему. То есть 20 лет тому назад. Да, это уже, да. И кем вы работали? Ну, во-первых, мы с группой творческой интеллигенции, такие как Леонид Прончак, Инна Афанасьева и композитор Змитер Евтухович, были в творческой поездке по приглашению белорусской диаспоры. Были очень интересные встречи. Концерты? Были, конечно, концерты. А потом, когда это все закончилось, виза у нас еще как бы оставалась. Да. Кстати, виза была полгода, я так и не добыл свою визу, я через 2,5 месяца вернулся домой, не захотел там находиться, это не моя страна. Вот видите, вот эти вот покрытия, да? Да. Ковровые, да? Это они сейчас у нас появились, а тогда у нас такого еще не было, а в Америке это было очень принято, вот эти вот ковровые покрытия в помещениях, там в ресторанах везде. И у меня один товарищ
из эмигранта. Говорит, что ты сидишь, говорит, без здесь дела. Ничего не делаешь, без дела. Хочешь, говорит, зарабатывать деньги? Говорит, ну а что можно еще сделать? Говорит, вот будешь мне помогать ковры чистить. И вот мы с ним занимались чисткой ковров там, в ресторанах. В чем это интересно было? А вот человеку, который считает себя артистом, вы действительно артист большой буквы, не зазорно было чистить ковры? Абсолютно. Абсолютно. Я любую работу люблю делать сам. Я знаю много своих коллег, могу привести Сашу Немо. Он делает полностью квартиру, сделал собственными руками. Те времена, представляете, 90-е годы, когда здесь практически мыла на полках не было. А там тебе была возможность заработать приличные деньги там, за час. Что-то, по-моему, $7.5 зарабатывал. Вот и почистишь там эти ковры 10 часов и смотришь, сколько тебе накапало за сутки. О правильной и истинной дороге к Олимпу расскажут наши журналисты в следующем сюжете. Сейчас, чтобы стать известным, достаточно доступа в интернет и интересные мысли. О том, как зарабатывать на своих постах и кто они, белорусские блогеры, смотрите в нашем сюжете. Продолжается наш эфир в компании моей новой следующей Дарьи, меня Константина Придыбайло и у нас... Вся страна знает Константина Придыбайло как ведущего Первого канала. А вот то, что он еще и известный блогер, известно немногим. Совсем недавно я решил взяться за блог серьезно, создал отдельный сайтик и туда пишу. Конечно, я что-то репощу в ЖЖ, потому что там уже сложилась определенная аудитория. Чтобы блог пользовался популярностью, он должен постоянно обновляться. Однако в день должно быть не более 3 постов. Также успеха не будет без конкурсов, бонусов и призов, разыгранных на вашей площадке. Популярные блогеры, которых я знаю, с которыми я знаком, они имеют свою программу выкладывания постов, определенное время, определенные тематики. Это действительно работа, то есть люди идут на какое-то мероприятие, они даже знают, что уже напишут об этом в блоге, поэтому они могут взять свой фотоаппарат. То есть это труд. А вот Лена Дроздова не считает себя известным блогером, но ее экспериментальный проект в интернете набирает уже сотни просмотров. Я действительно классный специалист, но мне немного нужно поработать над личным брендом. Поэтому я решила сделать видеопроект и рассказать, как из обычного специалиста превратиться в специалиста-звезду. Работая фрилансером уже много лет, то есть я являюсь индивидуальным предпринимателем в сфере видеопроизводства, я подумала, собственно, а где потолок? Вот где предел роста? И как-то вот мне показалось, что определенного потолка я достигла. Но меня, естественно, это перестало устраивать. Я задалась вопросом, что нужно сделать для своего пиара, для своего саморазвития, для своего там продвижения себя как специалиста. Этот вопрос Лена задала у себя на страничках в социальных сетях. После того, как женщина получила много ответов, она решила по этому принципу сделать свой видеоблог. Я хочу делать то, что я задумала, то есть некое реалити-шоу, в процессе которого я по совету друзей, экспертов, специалистов делаю те или иные шаги по своему продвижению. Да? То есть я хочу об этом рассказывать, я хочу делать об этом видео. Кстати, полезные видео в интернете занимают одну из лидирующих позиций. Также популярная тема на YouTube – игры, фильмы и все, что с ними связано. Наш следующий герой Сергей Островский начал свой видеоблог с фокусов. Но сейчас все переросло в целый канал на YouTube. Туда добавил 4 плейлиста. Один плейлист – это шоу «Время бабки», второй – мой личный блог, третий – это «Невероятная магия», так как сфера у меня как бы фокусами занимается, и четвертый – наши в телевизоре назвал, как бы любые телешоу, к примеру, вот ваше шоу попадает тоже ко мне туда в блог. В шоу «Время бабки» Сергей выполнял необычные задания людей. Этот проект вызвал огромный резонанс у публики, так как подобные уже успешно вел Артем Рыбакин и Андрей Бонд. Начали писать в личку, типа, вы там украли, вы там все сделали, и ссылались все время на наших вот белорусских. Вот. Но тоже было смешно, потому что они сами тоже как бы честно признавались, то, что мы позаимствовали, да. Уже за этот период у Сергея появились знаменитые друзья в этой сфере. Однако поддерживать и помогать друг другу блогеры не привыкли. Может, поможете у них, потому что статистика очень большая. Говорю, вы сделаете просто мне репост, чем могу, тем помогу. Вот. Но самое что интересно, никто из них на контакт не идет. Просто упомяни в своем видео мой блог, к примеру, и все. Потому что одно упоминание такого человека
принесет большое такое количество аудиторию. Вот советы для начинающих блогеров. Первое – создавайте короткие видео. Они всегда набирают больше просмотров, чем часовые. Не используйте в названии видео сокращение. Помните про теги-слова, прописанные под видео, благодаря которым могут его найти. Популярные среди большинства юзеров теги – жесть, приколы, трогательно дети, невероятное и другие. Когда у вашего канала будет минимум 100 подписчиков и 15 тысяч просмотров, можно будет заключать договор на партнерскую программу. Я заключил партнерскую программу с компанией, которая предоставляет как бы услуги, ставит рекламу на мои видеозаписи, ну, я за счет этого получаю как бы денежное вознаграждение. И сейчас все, что остается, на данный момент, сегодня, на моем канале всего лишь там 1500 или 1600 подписчиков, но я не знаю, когда выйдет ваша передача, потому что буквально через неделю, через две я планирую, там будет 200 тысяч за счет рекламы. И далее за каждую 1000 показов видео вы получаете в среднем около доллара. Таким образом, обеспечите себе дополнительный доход. Поэтому, если уверены в своих силах, дерзайте! В ресторане «Галерея» каждую пятницу и субботу проходят вечеринки формата «Пре-пати». Вас ждут самые модные диджеи и лучшие музыканты нашей страны. Николай, вы очень мало рассказываете о своей семье, мы мало о ней знаем. Ну, по-моему, все в интернете есть, и празднование 55-летия мое тоже так. Давайте поговорим несколько слов об этом. Ваша дочь, она в Америке. Да, мы с женой, как я и говорю, сделали самый качественный и ценный продукт в своей жизни. Даже не то, что я стал народным, а то, что родили нормального ребенка, которым можно гордиться. Как зовут дочь? Дочь Наталья живет в США. Она с 10 лет занималась спортивными бальными танцами. Здесь ее жена отвела на студию. А потом так получилось, что судьба ее забросила в Соединенные Штаты с мальчиком, тоже выходец из Беларуси. Сначала они стали здесь неоднократными чемпионами Беларуси по спортивным бальным танцам, а потом уехали туда и стали двукратными чемпионами США и чемпионами мира. По бальным танцам? Да. Яркий, эпатажный и эмоциональный материал подготовили наши журналисты. Недавно в Минске прошел сольный концерт Глеба Матвейчука, композитора, актера театра и кино, призера телепроектов «Две звезды» и «Точь в точь». Минск для него родной город. Именно здесь, в стенах Республиканского музыкального колледжа, прошло его детство. Вот мой любимый лицей, где я учился с 10 лет. Очень много времени здесь провел. Получил, наверное, свое самое основное музыкальное образование. И сейчас я нахожусь в этих стенах, и на меня нахлынули такие воспоминания, такие эмоции сильные. 17 лет Глеб прожил в Минске, прежде чем уехать в Москву учиться. Он все равно считает себя белорусом и едет в нашу столицу как домой. Здесь остались друзья, одногруппники. Среди них продюсер Андрей Куленкович. Ох. Помню, да, было дело. Никто не верит, даже моя жена, то, что я здесь, у меня были какие-то успехи, я 40 раз подтягивался, в общем-то, был таким передовым спортсменом. Ах, эти молодые годы, какие воспоминания они навевают. Здесь была целая жизнь, она была везде, и в спортзале, и во всем здании. Я помню, что в той раздевалке был первый поцелуй. У нас зрителей столько, как бы не ударить в грязь лицо. Приезд такой знаменитости в родную «Альма-Матер» произвел настоящий фурор. Все гордятся своим выпускником. Здравствуйте! Здравствуйте. Марина Евгеньевна. Музыка нас посещает. Очень приятно. Это мой любимый педагог по сольфеджио, по теории. Ох, тяжело, признаюсь, честно. Для меня это был, наверное, самый сложный предмет. Мне кажется, он преувеличен. Тоже кажется. Сейчас они могут уже смело рассказывать о том, как пытались списывать и подсказывать друг другу. У нас же было в группе всего 4 человека. Да, да. Нас рассаживали 4 хоровика. 4 угла лицом к стенке. Да, 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 да. Но нас не обманешь, было... у нас были знаки. Да, да, да. Рабочая партия, там главная тема. Оглядываясь на годы своего творческого пути, зная, какие перипетии пришлось пройти, Глеб с уверенностью может сказать. Эту базу музыкальную я получил вот в этих стенах.
Потому что когда я приехал в Московскую консерваторию, я вот 5 лет на том материале, который, в общем-то, я получил здесь, я и как-то присуществовал. В моей жизни было очень много моментов, когда передо мной закрывалась дверь. Ни в коем случае не надо ставить точку. Надо, ну, как бы встать и идти дальше. С 7 лет мальчик Глеб знал, что должен стать музыкантом. С тех пор он медленно, но уверенно шел к своей цели. И в свои 33 уже вынес несколько постулатов. Всегда есть к чему идти. Мне кажется, что артист, он имеет право называться артистом, если он развивается, если он прогрессирует. Если человек сам себе говорит, ну, я достиг всего, чего я хотел, то это уже путь назад. А на старых досках почета можно даже найти себя. Все. Слушай, вот, по-моему, это я. Очень похож. Ты себя видишь? Это? Да. Нет, это не может быть ты. Почему? Да нет, это не ты, мы в это время уже были гораздо старше. Во! Стой, стой, стой! Вот это точно я, 100%. Да, а вот ты! Большая часть музыкального колледжа сейчас на реставрации. Глеб и Андрей застали многое еще в том виде, в котором запомнили с детства. Мы, наверное, погуляем здесь, потому что столько всего, всяких воспоминаний, интересных историй, даже некоторые не для камеры. Поэтому спасибо большое, что были с нами. В общем, до встречи. Некоторые воспоминания мы проносим через всю свою жизнь. И не имеет значения, это жизнь простого обывателя или телезвезды. До зари, весна без сна. Самые свежие тематические вечеринки формата Mad Suckers Flower Power. Также вас ждет шоу Буди Артом для тех, кто хочет окунуться в детство. Вечеринка с участием игрушек Dance Baby. Сделав немало уже для культуры нашей страны, я так не сомневаюсь, двигайтесь вперед. Скажите, а вот дальнейшие планы, какие-то концертные программы, какие-то туры, гастроли? Когда стал народным, совсем недавно еще выпустил свой альбом. Угу. В сотрудничестве с многими композиторами Беларуси. А сколько вообще у вас уже альбомов, сколько дисков? Ну, их немного. Я думаю, на сегодняшний момент все сводится к тому, что эти диски, они вообще скоро никому не нужны будут. Потому что сейчас все помещается в интернете. Это так, знаете, чисто для себя. Это есть определенный набор песен в альбом. Ну и подарить друзьям. Я их даже не даю в продажу, потому что нет смысла. А вот иногда люди, близкие друзья, там, знакомые, они хотят получить от тебя, ну, как вместо открытки, даришь диск. Все сюжеты программы вы сможете посмотреть и скачать на сайте Lady Tutbuy. Мы же переходим к следующему материалу. Наша рубрика «Звездные родители» продолжается. И на очереди рокерская семейка исполнителя дяди Вани, его жена Наталья и дочь Мирослава. В новую квартиру семья Вобищевич въехала всего полгода назад. Новое жилье – заслуга дочери Мирославы. Ее появление, у меня даже не было как-то так, ну, такой мысли, что нужно как-то, может, там, расширить свою однокомнатную квартиру. Нам вполне все было нормально, потому что мы приходили только ночевать, в остальное время мы работали. Дизайн мебели дядя Ваня придумывал сам. Выглядит оригинально и с характером. Особый подарок жене – оборудованное место для танцев. Наталья – профессиональная танцовщица. А зам этого мастерства старается научить и дочь. И сейчас ноги, колени, руки ставим правильно. Молодец. Мирослава очень активная, поэтому не может долго заниматься одним делом. Например, на Новый год ей подарили синтезатор. Но пока на нем играет больше папа. Музыкальные вкусы родителей и ребенка абсолютно сходятся. Так и ребенок в рокерской семье растет рокерский. Мирослава любит мультфильмы про монстриков, ходит в розовых берцах и поет очень эмоциональные песни. Я разберусь со своей судьбой. До свидания, мама! Традиции в этой семье стали появляться тогда, когда появился ребенок. Иван и Наталья признаются, они очень изменились с появлением дочери. Конечно, празднование ее дня рождения – это, наверное, самая главная традиция. В прошлом году у нас были… В прошлом году катались на лошадях. А вот в своей встрече Иван и Наталья видят знак судьбы. Я работала за границей, год меня здесь не было в стране. Я пришла к своим знакомым вот после моего там приезда. Прихожу и по радио играла какая-то песня.
Ну, я краем уха услышала и спрашиваю, кто это поет. Все. А, не знаю. Через месяца три я знакомлюсь с Ваней, мы начинаем вместе работать. И первую песню, которую я слышу, это была именно та песня, которую я 3 месяца назад услышала по радио. И хотя Мирослава уже освоилась и готова была продемонстрировать нам все умения, наша встреча подходила к концу. Следите за нашими следующими выпусками. Официальный партнер программы «Белакт». Истинному артисту чужда гордость. В чем мы сегодня и убедились, пообщавшись с народным артистом Беларуси Николаем Скориковым. Огромное спасибо, Николай, за то, что нашли время прийти к нам в гости. И вам большое спасибо за прекрасную беседу. Вы смотрели женский журнал XXL Woman TV. Увидимся на следующей неделе. До встречи.